клубе «Активное долголетие» состоялась встреча, на которой полковник полиции Валерий Пушкарев рассказал представителям старшего поколения о современных видах мошенничества. Жизнь не стоит на месте, к сожалению, действительно, эта тема сейчас актуальна, потому что очень много, что у нас проводится через интернет, вот что мы сейчас дистанционно расплачиваемся, электронные деньги, электронные платежи. Но, к сожалению, это подвержено не только молодые, но это и пенсионеры, которые зачастую на это попадаются. Членам клуба рассказали, с каких номеров телефона не стоит брать трубку, где можно получить точную информацию о состоянии своего счета и куда обращаться в случае, если была попытка мошенничества. Считаю, что такие мероприятия необходимо проводить именно не только на территории и активного долголетия, а во всем городском округе, собирать людей преклонного возраста, старшего поколения, чтобы они понимали, как и где, в каком моменте их могут обмануть и украсть денежные средства с их счетов мошенники. Главное – всегда быть начеку и знать, куда обратиться, отмечают сотрудники правоохранительных органов. Поэтому в конце собрания каждому были выданы информационные листы. Также эту информацию можно найти в домовых чатах.